вы на канале Артем Лайф. И мы сегодня играем вот такой вот замечательной эстакадой. И как у нас это получилось, сейчас вам покажем. Это у нас такая плоснючая распаковочка на пляже. С такими вот прикольными смешариками. Они умеют вот так улыбаться, строить глазки. Так, ну что, приступаем? Да. Давай 5. Артемка, давай 5. Поехали. Да. Вот такие вот. И сейчас детки их соберут. Артем Артемович нашел самый интересный элемент этой эстакады. Это такая вот красная машинка, да? Как машинка называется, Артем? Как называется, бибишка? Красная машинка, правильно. А как называется? Джип. 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 Это джип. Джип. Ой. Как машинка называется? Джип? Вау, есть колеса. Колеса? Так, значит, по инструкции у нас эстакада состоит из нескольких этажей. И у эстакады есть вот такой вот лифт, куда машинка должна автоматически заехать вот с этой стороны и подняться вверх. И лифт должен ее поднять вверх. Ну вот, как у нас это получится, сейчас попробуем. Значит, мы тут с Артемкой разобрались. Подожди, сына. Тут есть вот такие замочки. Вот они стыкуются друг в дружку. Тут все очень просто. Ой, вот раз зафиксировал этот замочек и все. Пап. И погнал дальше собирать. Давай, сыночка. Сюда надо мостик поставить. Смотри, мостик собирается. Тут такая шпулька. А на мостике такая вот, такое отверстие. Пап. А какой цвет мостика, сына? Синий. Молодец. Молодец. Только надо подобрать мостик, значит, по высоте. То есть мы берем вот такой мостик вот такой высоты. Ня. Ня. Вот. Пап. Раз. Пап. Погнали дальше. Батареечки вставляются вот в нижнюю платформу. Батарейки на 3 штучки, 2А, пальчиковые. То есть машинка должна кататься, а лифт ее должен поднимать или вверх, или вниз, сейчас разберусь. Ну, то есть, думаю, минут за 10 мы справимся с Артемкой. А если Леночка будет помогать, за 5 минут мы соберем эту эстакаду. Ну вот, как я обещал, прошло почти 15 минут. Леночка мне помогала. Значит, остался последний штрих. Надо, чтобы машинка поехала, надо вставить, я вам по секрету скажу, надо вставить сюда батареечку. А вообще мы сейчас ее заправим бензином. Давай, заправляй. У нас есть такие вот потешные заправщики, чтобы заправляться. Заправляем бензинчиком. Давай, нажимай кнопочку, нажимай. Опа. Все, машинка заправлена. Давай, Пять. А теперь мы проверяем, как она поедет, да? А можно я ее включу? Ну, на, включай. Включай кнопочку и ставь сюда машину. Включай. И сюда ставь. Та-дам! Ура! Подожди. Ура! Вау! Вот это же у нас получилось! Ура! Получилось, Артемка? Давай 5! Леночка, давай 5! Ура! Молодцы! Сколько радости, да? У машинки есть свой лифт, да? Ой! Это уже спина. Как
И машинка сама колесиками крутит, и лифт поднимается вверх. На старте моя Марс, поехали! Марс! Опа! Леночка, дверку отпусти, она сама ее откроет. Да? Да, конечно. Это автоматическая эстакада. Да? Да, она сама работает. Просто папа сейчас немножко помогает. Друзья, покупайте хорошие батарейки для игрушек. Ой. Опа, и все получится. Ура! 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 А теперь всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Артем Лайф. До новых встреч на новой распаковочке. Всех люблю. Леночка, говори всем пока-пока. Воздушный поцелуй, красивые ямочки. Пока-пока-пока. Подписывайся на наш канал, смотри новые видео. Пока-пока.